И всем привет, дорогие друзья, с вами Рамзес, и мы возвращаемся в кассочку 1.6, играем на таком замечательном зомби-серии под названием «Зараза атаковала нас», free VIP, то есть всем бесплатная випка, заходим, играем, ребятки. Буду с вами здесь часто играть, онлайн, как видите, хороший. То есть вот так, братья, не заходим, играем. Так, сегодня покажу вам сервачок. Вот такая менюшечка, «Зараза атакует 2017», группа ВК, напишка, все оставлю под описанием. Так, вот здесь всем випки, как видите, вот все випы, то есть вообще крутотень. Так, что еще? Давайте пока что снаряжение так недоступно нам. Классы зомби. Деймос для випов вам будет доступен и Реверант Файр для вас будет доступен. И дальше уже Реверант Айс для админов, Реверант Пойсон для боссов и Реверант Пойсон для боссов. Давайте мы выберем 4, что ли, для боссов. Так, далее. Застрял вы, не застряли. Воскреснуться из мертвых людей. Что-то не можем. Так, давайте возьмем VIP-меню бесплатно. Так, амо-паки возьмем. Такс. Меню привилегий. Вот, здесь очень много привилегий, братюни. Давайте меню управление модом давайте возьмем. И сделаем себя чел... Вот, зомби. Все, погнали сейчас по менюшечке. Так. Давайте купим броню, где сначала броня, вот, М24, М24, лимит брони 250, так, погнали, братюни, снаряжение, М-автомат, пистолет, и вот, торнадо меч первый такой, а второй, бензопила урон такой, третий, кал молот скорость дает, вот, как видите, быстро летает, вообще круто просто, а далее... Кнайф, ух ты, тут хаммер VIP для випов, то есть вот такой хаммер, прикольный. Также паутинка есть, несколько, 10 раз вроде можно использовать, братюни, я пробовал, то есть тестил, 10 раз можно использовать. Вот для випов вам будет такой доступен, то есть для всех. Далее топор для админов, вот такой прикольный, красивый, согласитесь, братюни. И вархаммер для боссов, то есть вот просто конфетка, братюни, конфеточка. Так, сейчас я вот так сделаю. Вот так, вот так, вот так. Вот так. Отлично. Так. Так, он снимает, уже пишут пацаны. Так, давайте дальше. Супермаркет, ночное видение. Граната призрак у нас вроде есть. Вот, призрак это огненная. У нас их две. Заморозочка вот такая вот красивая. Граната. Ух ты, нас уже сейчас атакуют. А если нас заморозили? А нет, я думал, нас заморозили. На самом деле нет, давайте залезем вот сюда. Тут нас точно уже не достанут. Так, броня 250, лазерная мина вот. Мины выключены что-то. Я не знаю почему. Может, а, это раунд выжившего. Блин, а я возродился, сори. Так, нет, отдачи купим. Купим бесконечно патроны. То есть без перезарядочки стрелять. Далее, пистолет. Давайте я вам быстренько, братюни, все покажу. Я уже показывал. Быстренько пробегусь, вот так. Пистолет, вот такой, такой. М2 9.4. Дробовик 5, 6. Вот, 7. Вот такой прикольный. 1 2. Вертолет такой. М2 9.9.4. М2 9.9.5. М2 9.9.6, ВСК 9.7. Вот это чё, ух ты. Прикольно. Так, 2.9.9. И последний вот такой миниганчик, типа, да? Давайте постреляем, постреляем, постреляем. Как раз у нас нет отдачи получ... А, это зомби или чё? Думал, это зомби, это ничья. Окей, да, это выживший, вот такой выживший. Прикольно, красивый. Такс. Давайте дальше по менюшечке. Классы зомби показывал. Так, воскреснуться. Так, личный кабинет. Смотрите, можно выполнять квесты, ребят. То есть вот, завершен. И за квесты дают деньги. То есть вот, задрот у меня завершен. Поиграть 5 минут. Спасите, любить 15 зомби. Монстр, то есть квесты выполняют. То есть вам даются за это денежки. То есть прикольно. Так, дальше. Личный кабинет. Игровые правила. Помощь в игре. Узнать свой ранг давайте. Но чуть не показалось. Да ладно. А топ-15 игроков тоже что-то не показалось. Сменить ножик, но вот это мы можем. Так, далее. Купить привилегии, то есть
ВКонтакте данная возможность VIP бесплатно. То есть вот все расценки, как видите, то есть вот. Прикольно. Так, давайте дальше. VIP-меню, вам это будет доступно. Взять 200 ама-паков, то есть раз за раунд или за карту, я точно не знаю, взять Немезиду и Выжившего. То есть это для вас может доступно быть. Золотое оружие. Ух ты, я думал миниган Дигл, вот такие вот. М8-1, ну все, и там остальные, братюни, видите. Один раз за раунд вроде бы выбрать можно, так. Далее, 9. Привилегии Аркан. Ну вы поняли, братюни. Взять жизни, взять броню, ама. Броню мы не можем брать, 600 имба оружия. Давайте возьмем фул какой-то. О, это золотая эмочка, прикольно. Прикольно. Давайте дальше посмотрим. Привилегия босс. Все это берем. Имба оружие. Здесь флеш. Джетпак. О, джетпак плюс базука. Вот такой джетпак, прикольненький. Вот так, вы видите, стреляет просто шикардос. Шикардос. Давайте дадим. Вот, прикольно. Далее. Ама-меню, то есть можно выдавать себе деньги. Давайте выдадим 400. Вот, все, отлично. То есть паки можно выдавать. Далее управление модом. То есть вот сделать зомби-дьявола, выжившего и все такое. И далее на MX-мод-меню. То есть вот, кикнуть, забанить, ударить, убить, сменить карту. То есть вот давайте я вам покажу. На 0 хп можно как-то? Нет, на 1 хп. Давайте, вот смотрите, я себя бью вот так. Вот, и мы так бегаем по карте, то есть прикольно, у нас не жизни отнимаются, а эти. Ну, вы поняли, братюни. Вот так, давайте. Так, что еще? Ну, в принципе, все, наверное. Давайте я сделаю себя дьяволом. Так, надеюсь, на нас админ не будет гнать. Я просто так показать модельку дьявола. Так, 9. Управление зомби-модом. Сделать ними... А, недоступно, вот, видите, то есть это что-то... О, вот, дьявол, вот это вот. То есть вот так, братья. Так что заходим, играем, покупаем привилегии. Ну, а с вами был я, Рамзес, всем удачи, всем пока. 250 лайков, новая серия. Пока-пока.